Александр, и вам тоже спасибо. Сейчас Александр передает микрофон Алексею. Алексей, вы первокурсник. Вы еще только на первом курсе, у вас впереди еще очень большая дорога и с теми, кто сейчас на этой сцене, и с теми, кто в этом зале. И своим творчеством вы должны, ну, как первоклассник, сказать доброго пути тем, кто сегодня уже делает шаг из этого вуза. Удачи вам!